случится так, что сегодня твой последний день на этой земле. Гордился бы ты тем, что успел в этой жизни. Потому что если... Если нет, то пора в жизни что-то менять. Уже пора. Кто эти люди, которых встречаю случайно каждый день? Чья лень кипит, и почти каждый из них безнадежно от себя бежит. Ненависть, боль, ждет страх, крах, алчность в мыслях, странах, городах. Такие большие снаружи, а такие маленькие внутри. Думай, как хочешь, но пойми, кто ты. Пессимист, оптимист, и тот, и тот. Реалист, это нормально, но за каждому свое реально. Просто у каждого своя реальность. И мысли горит городальность, а также своя странность, а также своя радость. Свои страхи, ценности, сладости, пряности, принципы, упрямости, подлости, жесткости, бодрости, подлости, жадкости, стойкости, гордости, гадости, слабости, новости, тормоза и скорости. Но все со сроком годности. Кто эти люди, сидящие у меня в душе? Кто эти люди, ворвавшиеся вовнутрь давно уже? Кто эти люди, что поддержат за плечо тебя? Спроси, вряд ли они знают себя. Каждый станет тем, кем себя считает. Но следи за временем, оно так быстро тает. Скажи мне, кто они? Спасибо.